Ученикам северных площадок скучать некогда. Активисты, волонтеры и лидеры молодежных организаций встретились в Айхале. В поселке прошел 5-й ежегодный молодежный форум «Новая энергия». Необычные задания позволили ребятам из Айхала и Удачного преодолеть барьеры в общении и лучше узнать друг друга. Подробности далее. Открыл форум веревочный курс. Необычные задания позволили ребятам из Айхала и Удачного преодолеть барьеры в общении, лучше узнать друг друга. Ждала активистов и работа в группах. Ребята прошли обучение в школе диджея, лучшие волонтеры района показали мастер-класс. Поделились опытом участники форума и в создании школьных стенгазет. Многие ребята уже не первый раз участвуют в форуме. Педагог-организатор средней школы номер 5 Елена Коновалова проводит круглый стол на тему «Что значит быть современным патриотом?». Ребята общаются между собой на темы экологии нашей страны, ее истории и культуры. Парни и девушки делятся своими мыслями о необходимости службы в армии. Таким образом дети развиваются, они, ну, можно даже таким большим словом сказать, эволюционируют. То есть дети сегодня наши, они, можно сказать, даже лучше нас. Их мысли более экологичны, чем наши. И я думаю, что они нашу страну возродят. Всего форум собрал 80 участников. Среди них представители Центра дополнительного образования детей «Надежда», удачинских школ номер 19 и 24, удачинского филиала МРТК. Местом встречи в этом году стала средняя школа номер 23. Форум проводят с целью знакомства ребят, взаимообучения, расширения кругозора и обмена опытом. Я думаю, уже сама жизнь показывает, что эти мероприятия и детям тоже интересны, потому что 5-й форум, это говорит о том, что уже 5 лет подряд он имеет как бы такой свой, можно сказать, успех среди детей, и мы видим, что количество участников не уменьшается, а только растет. Поэтому я думаю, конечно, перспектива такого рода движения есть, и это очень здорово. В следующем году форум пройдет в Удачном. Ребята снова смогут предложить актуальные проекты, устроить беседы и даже споры по тем или иным вопросам. В реализации интересных идей, несомненно, помогут педагоги. Валерий Усманов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».